Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что ж, у нас началась новая неделя, друзья мои. Я получил ДНК на Кожеголового и также купил за монеты себе ДНК на Шинигами. Ну что ж, давайте теперь, наверное, их прапаем. Они оба получают у меня по третьей серебряной звезде. Надеюсь, у меня всего хватит. 2500 мутагена, конечно же, я трачу. И поздравляю нашу Шинигами. Кстати, у нее появляется новая возможность. Онемение называется. Шинигами использует маятник с кошачьим глазом, чтобы вызвать Они, который превращает врагов в камень. Вероятность 25%, ослабить защиту на 50% в течение двух ходов. Восстановление 4 хода. Слушай, в камень превращает. Я вообще-то думал, что она как бы пугает, и мы в оцепенение впадаем, но нет. Хорошо, так, поднять уровень, может быть. Нет, подожди, пока не будем. У нас еще Кожеголовый будет апаться. Так, отлично, ребятушки. И у него тоже открывается новая способность. Называется смертельный подкат. Кожеголовый катится на врагов. Разрушитель, это увеличивает силу атаки на 10%. То есть, когда пишется разрушитель, это означает, что это атака массовая. Вот это очень круто. Я, кстати, могу улучшить. Давайте-ка до второй ступени прокачаем. Отлично. Так, я думаю, что обоим не помешало бы до 35 уровня поднять им, да? Что Кожеголовому и что... Ай, где у меня Шинигами? Куда она? Шинигами, постой, куда ты убежала? Я тебя хотел прапать до 35 уровня. Хватит мне. Ай, не хватает немножко мутагена. Ладно, ничего страшного, мы с вами заработаем. Ну что же, у нас с вами началась неделя. Давайте, наверное, заберем для начала ежедневные все задания, да, реварды. Так, сразиться в боях. А потом пойдем, ну как обычно, на арену. Так, сразиться в боях, да. Значит, мы с вами будем прокачивать дальше навыки у нашего Усаги. Как видите, у меня все на 6 прокачано, кроме одного, за честь. Но это у нас пассивка. Значит, нам не хватает 7 геймпадов, да, получается. Так, где бы нам выбить их лучше? Вот здесь, наверное, попробуем. Давай постараемся. Ага, один джойстик мы с вами уже получили. Понятно. Так, второй. Это уже хорошо. Давай, наверное, вот здесь попробуем еще. У Донателла. Ну, здесь, наверное, будет проблемно. Хотя нет, выпадает, и причем довольно неплохо. Кошка-крюк. Так, сколько нам еще там осталось? Давай-ка глянем. 4, слушай, ну это немало на самом деле. Так, где бы нам с большей вероятностью? Давай, наверное, вот здесь попробуем. Угу, как же, ага. Держи карман шире, хотя вот, выпал, даже очень неплохо. Опять мутаген. Так, геймпад, а нам нужен джойстик, да? Так, телепорт, это неплохо. Опять геймпад. Опять мутаген. Ну, я так понял, все, да, на этом, наверное. Друзья, я, наверное, выполнил уже задание. Давайте-ка посмотрим. Так. Да, абсолютно все задания выполнил. Ладно, в следующей серии попробуем, наверное, набить. Ну, а мы с вами приступаем к ареночке. И, кстати, очень хорошо, что у нас здесь будет разыгрываться голубь Пит. Он тоже мне нужен. Причем он даже у меня не в серебре. А если я не ошибаюсь, он у меня вообще имеет бронзовые звезды. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Да, друзья, смотрите. Две бронзовые звезды. Нужно как минимум 3. А лучше вообще перевести его в серебро. Ну, в общей сложности нам нужно 7 ДНК на него получить, чтобы он у нас немножко подрос. Так, ну что, друзья, давайте приступать к ареночке. Понедельничек я продинамил, поэтому со вторничка начинаем. И у нас будет немножко сложновато с вами, потому что уже бустовать не получится. Так, Стивен, Наур и Нонейм. Но, в принципе, тут не имеет значения, кого брать. Потому что только самое начало, они будут все слабые и легкие. А у нас очень сильные герои. Для них, по крайней мере. Так, ну что, друзья, давайте будем сейчас вжаривать. Причем прикольно так выглядят. Два Рокстеди и Бибоп. Так, погнали. Минус Эйприл.
Так, ну, Макман считает трупец. Давай попробуем тоже Рокстеди. Не получилось. Не получилось. А вот так, если... Отлично. Все, друзья мои. Видите, как я аватарочку себе немножко поменял. Другую фоточку поставил. Так, ну и мы переходим с вами на второй поединок. Так, воин. Только лишь одна звезда. Я думал, две звезды будет, но нет, ничего подобного. Так, значит, тут у нас кто? Ауден, Лавай и Серджио. Вау, тут смотри, 12 кубков. Ничего себе, конечно, с ней будем. Конечно, Ауден. Это, я так понимаю, это девушка, да, у нас? А ну-ка, давай-ка возьмем Донни, возьмем Лео и Пит. И Пит, значит, у нас тут будет выпендриваться. Мне нравится, как Пит бежит. Да он и в мультике был прикольным, да? Правда, короткая там у него была роль, но тем не менее. Так, давай-ка вот так вот бомбанем. Ах ты. Да, Ваня, успокойся, ты все равно не сможешь нас пробить, потому что, ну, ты слаб. У тебя 19 уровень, а у нас тут какой, 30-й. Конечно же, он слабачок. На-ка, получи. Так, Пит, сделай его. Ага, конечно. Ой, он вообще нам даже повреждения нанести не может. Единственное, что он сделал, это пулеметную дробь, и только тогда. Что-то там по микрончику он смог у нас отобрать. По хпшкам. А так, ватник. Ну что, мы с вами перешли на воин 2 звезды, 66-я позиция, то есть еще один бой. И 3 звездочки у нас будет за спиной. Кто тут у нас? Нуфар, непонятно кто, и Самайр. Будем драться с непонятно кто, потому что у него кубков больше, а нам нужно как можно быстрее хотя бы наверстать упущенное. Раз, два, три. Кстати, ту неделю, ребята, я закончил на Лигу Сёгунов. А, на Лигу... Лига Мастеров, одна звезда, да. На две звезды у меня не хватило, как говорится, ни откатов, ни долларов, чтобы можно было купить их. Ну и, как говорится, персонажей тоже не хватило. Ну, потому что я там сам виноват. У меня 3 дня были неотложные дела, я практически не играл. Так что, ребяточки, ну, тем не менее, как видите, кожеголового мы все-таки с вами прапали. Я получил свои ДНК, которые мне не хватало. И у нас все отличненько. Единственное, что жалею о том, что у нас очень мало осколков платиновых. Так, ну что же, у нас 18-й ранг. Я думал, что мы с вами перейдем уже в 3 звезды, но не тут-то было. Так, Брайан, Мартен Лайф и Гилсон. Давай тогда вон Мартен Лайф убрать. У него больше кубков, да, и больше мы с вами пройдем по лестнице карьерной нашей. Так, пока еще до сих пор 3 героя у нас. Там у нас кто? Донателло, по-моему, Майки и Раф Космос, да? Начнем, пожалуй, давай массовую атаку сделаем. Так, бросаем бомбочку. Угу. Так, Карайка, конечно же, кунай бросает. Давай, наверное, уберем отсюда Пита. Нечего им тут делать. Отправили домой, короче, его. Так, теперь Рафика надо. Ну, Раф-то, конечно, не такой, да? Не пустышка, его не пробить легко. И караечку в завершение. Ай-яй-яй, не вышло. Все. Ну, тут и удивляться нечему, потому что мои персонажи все равно пока будут сильнее. Я не знаю, сможем ли мы сегодня дойти до нашего уровня. Так, воин 3 звезды, 84-я позиция, а мы продолжаем наши драки. Так, ноунейм, Роман и Маура. А, мне выгодно брать либо-либо. Возьмем тогда Романа. Возьмем Романа, вот, уже 4 персонажа мы с вами можем брать. Так, где у нас? Это будет Бибоп, Донателло, Рафаэль и Кейси Джонс. Так, а там какой? 23-й уровень, по-моему? По-моему, 23-й. Глянем сейчас. 23-й, 25-й это максимальный. Ну, конечно же, по идее, нам нужно Лео убирать. Ну и Крис. Хорошо, я начну с Лео. Так, посмотрим, сколько мы. Ну, неплохо. Кейси, пожалуйста, не подведи. Ушатай его. Не вышло. Так, ладно. По крайней мере, хиляться они уже не будут, это точно. Так, массовая атака от Донателло ролевого. Так, постепенный урон повесили.
Смотрим, что здесь. Ага, контратака. То есть нам выгодно сейчас пока бомбить кого? Естественно, Рафаэля. Естественно, Рафаэля. Но давай так вот сделаем. Оу, слабо. А так? И теперь давай, наверное, убирать Криса Брэдфорда отсюда. Угу, мы его заморозили, и это хорошо. Добьем? Добили. Так, мне главное, чтобы у меня Рафаэль выжил. Это я тебе точно говорю. А он может упасть, если сейчас Рокстеди сделает. Нет, он, по-моему... Слушай, он бы мог, конечно, сделать разгон, но он не стал этого делать. И поэтому поплатился, да, своим здоровьем. В общем, мы его выиграли. А он мог с разбега уничтожить Рафаэля. Я вот думаю так, если бы он сделал свою суператаку. Ну что же, куда мы там перемещаемся с вами? 24 место. И мы переходим с вами на элиту. Одна звезда. Погнали дальше. Так, друзья мои, кто тут у нас? Двисинбай, елки-палки. Алекс Винт и Нуфар. Ну давай тогда вот этого брать паренька. Какой-то немножко взбудораженный он. Не знаю, что там с ним случилось. Так, давай берем Лео, Кожеголового и Кейси Джонса вместе с нашими кроликами, маузерами. Ну что, ребятушки, готовы распластаться? Так, сделаем массовую атаку для начала. Бамс, неплохо, я тебе скажу. Так, бросаем баллончик. Отличный. Ну и этого, конечно же, добиваем. Слушай, как-то очень быстро. Я хотел, честно говоря, посмотреть у Кожеголового новую атаку, которую мы с вами сегодня выучили. Но до него не дошла очередь. Так, ладушки. Элита одна звезда. У нас место 31. Поехали далее. Ольга, Самайр и Джордж. Я думаю, что начнем, наверное, мы с Джорджа. Хотя можно и Самайра брать. Давай, наверное, Самайра все-таки возьмем. У него уровень поменьше. А у нас, как говорится, еще не отработаны 30-е, так ведь? Хотя нет, вру. У нас уже 40-е, так что можно быть на расслабончике. Погнали. Так, тут у нас Роквелл, Кромсатель, Донни и Бибоп. Так, ну, естественно, будем начинать сразу же с Лео. Так, погоди секунду. Что ты тут пляшешь мне? Плясун нашелся. А, погоди-ка, у нас же еще есть, друзья мои, психопузырь. Ну-ка, давай психопузырь мы с тобой сделаем, наверное, да? Защиту на себя повесим дополнительную. Так, теперь что? Давай-ка вот так вот. Ага, мы им понизили защиту. Ну, а теперь приступаем к разбору полетов. Начинаем, конечно же, с Лео. Так, отлично, заблокировали, да, способность ему. Донни наказал. Теперь, конечно же, нужно нам убирать Бакстера Стокмана с поля боя. Нет, он все-таки успел применить. Ну, атака слабая, поэтому мы с вами выживаем. Это вообще промахивается. Ну все, ребят, тогда мы с вами просто их сейчас разбираем и проходим с вами далее. Так, а ну-ка. Бумс, Майки упал. И Рафаэльчика нет, не добьем, конечно же. Нет, не добили. Ну, это вопрос времени. Все, готов. Отлично. Погнали тогда далее. Так, это нам сколько еще нужно боев? Ой, еще очень много нужно сделать боев, чтобы нам хотя бы... Хотя бы до Самурая 3 звезды. Хотелось бы, конечно, в Сёгуны попасть, но я сомневаюсь в этом. 93-й ранг всего лишь-то. Значит, Аниш, опять же этот, и Синбаев, и Алекс Винт. Ху-ху-ху-ху. Они абсолютно все одинаковые. Я буду, наверное, махаться с Анишем. Да. Тут у него 27 уровень, да? И 26 это кролики. Как раз для меня это подходящее. Давай, Пиццелицей, Острозуб, Макман и Рафаэль. Ух. Рафаэль, да, сейчас мы начнем. Он, правда, не прокачан у меня по скиллам, но у него атаки крутые. Так, поехали они, да? У них инициатива, значит, круче. Он вообще промахивается. Ну-ка, давай вот так вот. Опа! Понял? Вот что он делает. Еще и постепенно урон повесил. Так, ну-ка, Макман, добей, пожалуйста, их. Да, у него это получается. Ну что же, а мы с вами проходим дальше.
Так, у нас была 90... Какая там позиция? 92-я, 93-я? Да, 93-я, и мы с вами на 61-ю. То есть 30 ступенек всего лишь за бой пролетаем. Это мало, на самом деле. Так, Серджио опять Цезарь. Кого возьмем? Давай, наверное, Цезарь, потому что кубков больше здесь. И нам нужно именно с ним подраться. Рафаэль, Супер Шреддер, Мутагеноид, ага, Хрэнк и Классика Шреддер. Ну все, я думаю, тут песенка спит. Два Шреддера, елки-палки. Плюс еще сам Хрэнк, но тут такая, знаешь, зловещая команда. Так, причем прикольно смотрится, да? Шреддер и Супер Шреддер в одной пачке. И плюс Хрэнк. Эй, ладно. Пока, родной, я буду по тебе скучать. Массовая атака от Крэнга. Тин-тин-тин-тин-тин. Опс, и все. Да, ну против такой команды, конечно, фиг поспоришь. Еще бы здесь бы, знаете, убрать этого Мутагеноида и Рафаэля. Рафаэль вообще как-то сюда не вписывался в эту команду, он вообще никоим образом не входит. Так, ну что, ребят, мы с вами на 16-й позиции. Элита 2 звезды. Еще один бой, я так предполагаю, и мы с вами перейдем на трехзвездочную элиту. Так, Кирилл, Худа и Маура. Худа и Маура, да? Вот, Кирюха. Да-да-да, конечно же, Кирилл. И давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Майки Космос, обычные майки. Так, Донателло и Рокстеди вместе с Рокстеди. А нога в ногу иду, да? Два носорога. Ну что ж, давай посмотрим. Начнем, наверное... Ну тут надо начинать с Хана. Я уже понял, что Хан очень-очень такой зловредный противник. Я не знаю почему, но у него атаки лютые. Я когда проходил измерение, то он меня обычно там валил. Особенно бедный этот у меня, железноголовый. Я его ставил в провокацию, он его почему-то пробивал. Не знаю, друзья мои, как у него это получалось, но он постоянно его валил. Так, ну что? Они сняли, да, с себя все, хотя там и снимать нечего было. Ага. Так, крит-атака, да, включилась. Ну-ка, давай попробуем поджарить их. Угу, постепенно урона не повесили. Муха, пора тебе свернуться. Отлично. Так, Лео стоит там. Ай-яй-яй. Ну, вот так вот. И остается Донателло. Ничего себе! Донни из видения, ты видел? Просто с удара снес он практически все хп. Офигеть, ну ты, парень, даешь, да? Крепок, крепок, ничего не могу сказать. Так, друзья мои, мы продолжаем. И, да, элита 3 звезды. Место у нас 74-е. Все равно мало, мало. Татьяна, Мин и Гаррет. Татьяна, Мин и Гаррет. Ну, будем брать Мина. Берем с вами Мина. Так, слэш, Лео Кунаичи, Аллапекс и Майки Фильм. Ну, это такая команда, ну, 50-50. На самом деле, ну, кто здесь? Я могу отметить Слэша, могу отметить Лео Кунаичи. Майки Фильм и Аллапекс, они у меня слабые, очень слабые, так что на них рассчитывать даже не стоит. Единственное, что они могут здесь выиграть, только лишь из-за уровня своего, и все. Так, давай Капита мы попробуем добить все-таки. Ой-ой-ой, не получается у нас пока. Так, упс, не тут-то было, да, не смог пробить. Так, минус, как говорится, Пит. Теперь давай сделаем волну, массовая атака у нас от Лео. Слушай, неплохо вжарил. Так, Мондагека убираем с поля боя. Я не хочу, чтобы он тут бафал всех на скорость или еще на что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, Рафик в гневе. Так, ну что, тут у нас... Я так и думал, что они сейчас будут именно в майке бомбить. Как специально, а? Ладно, ушатаем одного. Так, двойная атака? А, он делает усиление атаки. Хорошо, тогда мы, наверное, его попробуем сейчас бомбануть. Сможем, нет? Кстати, я хочу вот что сделать. Давай возьмем провокацию. Вот так вот. Попробуем добить. Отлично, и остается у нас Рафаэль, да? Ага, он массовую атаку сделал. Хорошо, что она у него тоже слабенькая, и у нас все выжили. А мы его добиваем. Да. Неплохо было сыграно. Ну что ж, продолжаем наш путь. Я не знаю, мы сегодня вообще сможем дойти до самураев? Как ты думаешь? По идее, сможем. После элиты идут у нас уже самураи. Но я-то хотел до трех звезд. А вот это тоже вопрос.
Так, моча. А, Мич. Господи. Ай, ши. Мичик. Что со мной, а? Еще, видимо, не проснулся. Так, Франческо и Ютерсон. Ладно, давай возьмем, наверное, Ютерсона. Слышал бы он, как я его назвал, наверное, был бы в гневе. Так, Мондагека, Крип, Лео, Эйприл и, конечно же, ролевой наш Майки, который воображает из себя Робин Гуда. Ну что ж, давай с массовых атак начнем. Вот так вот. Дальше. Да, продолжим массовые атаки. Бросаем баллончик. Теперь нам нужно добить. Кого? Естественно, Лео. Получится, нет? Да, вышло у нас все хорошо. Так, теперь, наверное, уберем с вами Бакстера Стокмана. Так, Эйприл, давай, родная. Молодец, красавица. Ну что, все, я думаю, здесь уже песенка у них спета. Минус Донни. Сейчас потихоньку уничтожим с вами, ага, Рафаэля и... Ай, Мондагека слабак. И Крис Брэдфорд у нас упал. Ну что же, я думаю, что сейчас-то мы, надеюсь, перейдем или нет в самурай. Как думаешь? Но, да, друзья мои, мы уже в самураях, 93-я позиция, погнали. Героев у нас все меньше и меньше. Так, кто там? Гиант, Татьяна и Эрлан. Вот, берем Татьяну, у нее кубков больше. Конечно же, нам выгоднее с ней. Так, берем Шредера. Берем с вами Хана, морзильную кошку. Так, тут 35... А, ну в принципе, что я тут переживаю? Просто берем всех по порядку. 35 уровень, наши полтинники. Да порвут здесь в легкую. Так, массовых атак у нас практически нету. У нас только у Крысиного Короля, да? А, нет, у Шредера, я забыл, конечно же. Так, давай. Оу, неплохо бомбанули. Так, давай, наверное, добьем. Слушай, тут либо Мондагека, либо... Давай, короче, муху уберем. Так, минус муха. Ага, может быть, даже и Мондагека уберем. Попробуем. Ну-ка. Да, все у нас хорошо. И массовая атака от Крысиного Короля. Вызов, как говорится, стаи крыс. Вау. Слушай, нежданчик для меня какой-то. Ну, 35 уровень. Тут понятно все. Так, двигаемся с вами дальше. Посмотрим сейчас, куда мы переместимся. Где-нибудь позиция 80-я, да? А, 61-я даже. Так, ну что, Дави, Максим. На опять ноунеймы. То есть не имеет значения, да, кого брать. Ну давай возьмем Дави. Возьмем Дави. Тут у нас тигриный коготь. Кирби, ой, паук, елки-палки. Муха, Сплинтер. Давай возьмем, наверное, паукуса. Ну, просто чтобы была у нас массовая атака. Чувак себя разрисовал-то под пантеру, что ли, я так понял, да? Ага. Ну что, давай начнем с паукуса. Летит паутинка. И добьет, наверное, скорее всего, тигриный коготь. Сможет? Всех положил. Молодец, красавчик. То есть нам ускорил прохождение. Так, ну, теперь, наверное, будет какая-нибудь 30-я. Давай 30-ю позицию. Давай. Я согласен на 30-ю. Вау, 28-я. Спасибо большое. У нас с вами сколько? Наверное, еще боя 2. Это максимум, что мы можем себе позволить. Так, Камал, Джош, опять ноунейм. В кубках у нас рулит ноунейм и Джош. Давай возьмем Джоша. Так, кто у нас тут? Тимати, Ванька-стиранка, нейтрализатор, Карайка. И давай, наверное, возьмем Донателло сюда. Ну, просто хочется мне. Так, кто у них тут? Слэш. Да тут щеглы. Начнем с Кунаев. Опа. Дальше что? Дальше мы, наверное, с вами морозильную кошку уничтожим. Я думаю, это будет правильнее. Отлично. И сюрики. Все, друзья мои. Донателло сделал свое дело. Просто пульнул сюрикенами, и они упали. Просто чем быстрее мы с вами бои пройдем, тем лучше для нас. Тем, как говорится, быстрее у нас будут откаты. Мы с вами попадаем в самурай 2 звезды, 95-я позиция. Слушай, ну вряд ли мы до 3 звезд сегодня доберемся. Так, Маура, Серджио и Галиф. Кого взять-то здесь? Они все абсолютно одинаковые, да?
Ну, давай Галифу возьмем. Так, Змея Карай, Змей Кабьюн, Рокзар. Ну, вот так вот. У нас еще раз, два, три, четыре, пять. Блин. Еще всего лишь одна драка. Ну, будут две, максимум две. Там уже просто двумя персонажами сыграем и все. Так, ну что. Я не буду здесь в щит, ой, в щит, в провокацию вставать. Давай сразу бомбить. Так, ну, Крис, понятно, отдуплится в любом случае. Так, Змея Карай орет. Ага. Так, и я думаю, что Армагош, наверное, жирную точку поставит в этой драке. Да, очень жирная, все упали. Ну, а мы с вами продолжаем наш путь. Тернистый, а может быть и легкий. Ну, пока легкий, потому что противники действительно слабые у нас. И позиция у нас 65-я. Вряд ли, ребята, вряд ли мы сегодня попадем в Сёгун 3 звезды. Не получится, не хватит у нас просто-напросто с вами персонажей. Так, Николай, Аниш и Дмитрий. Ну, давай я возьму, наверное, ну, Николая. Давай Николая возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, там уже остается просто у нас Лео. Ну, в принципе, там Лео будет одного достаточно со своей супер-вертушкой. Так, давай бомбить. Так, минус Карай. Бомбочку бросает Зек. Вау. И добивает Усаги. Все, ну, понимаешь сам, почему так произошло. Противник слишком-слишком слабый для нас. Так, и у нас остается всего лишь два персонажа. А позиция у нас с вами становится 36-я. Конечно, я могу сделать один хитрый ход, но я думаю, что не стоит. Или стоит взять и потратить три отката. Мне кажется, этого не стоит делать. Давай я вот просто возьму. Блин, я даже не знаю, что делать. Ну давай Зека возьмем, фиксим. Пускай будет три героя. Три героя. Все равно кубков нам дадут очень мало с вами, потому что не полный состав. Бросаем бомбочку. Так, и добиваем. Добиваем всех Леонардом. Так, и посмотрим, куда нас сейчас с вами переместят. На какую позицию. Где-нибудь, наверное, 10-я будет, да? 10-я или 5-я, или 7-я. Ну, вау, 24-я, друзья мои, 24-я. Ну что ж, неплохо все равно. Я считаю, что меня не скинут слишком быстро. Хотя, наверное, мы с вами зайдем. В следующий раз мы будем в Лиге Самураев. Наверное, одна звезда. Это минимум. Так, ну что, вроде бы все сделали. Давайте посмотрим, что у нас, друзья, за испытания на этой неделе. Значит, городская война, тени на солнце и сцены насилия. Хочу посмотреть, каких героев мне дадут. Так, ну что могу сказать. Здесь будет имба. Может быть, даже пройдем с вами. Так, а здесь... А здесь кого мне... Ага, а вот здесь вот дают слабачков мне. Слабачков, потому что, ну, 77-й это максимальный уровень. А кто у нас тут разыгрывается? Сплинтер, ёлки-палки. Сплинтер мне, конечно, нужен. Шинигами, Алапекс. Ну да, Кунаичи. Ёлки-палки. Ладно, друзья, давайте, наверное, сыграем с вами городскую войну тени на солнце. Попробуем пройти сколько сможем. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, максималка у нас 77 уровень, да? Минималка 60. Ну, посмотрим, докуда мы сможем дойти. Конечно же, шинигами вряд ли мы сможем завалить вместе со сплинтером. Ну, посмотрим, хотя бы кунаичи получить. Тоже был бы уже прогресс для меня. Сколько здесь... Что делают? На автобой, конечно, ставить надо. Я по привычке начинаю тут их бомбить. Так, ну что... Ванюша, Валь, ну тут все, конечно, легко и просто, потому что 10 уровень, вторая ступень у нас будет там 20-й, 25-й, потом 30-й, по-моему, так, да, у нас идет, в такой прогрессии. То есть сплинтер, получается, у нас будет на 8-й ступени, что ли? Ну да, если на 8-й, то там где-то 80-й, 85-й уровень будет. Да, на 8-м эпизоде он у нас. Так, ну что, у нас эпизод второй, где разыгрывается ДНК на Донателло. Лишним, как говорится, не будет. Все равно можно будет все это разобрать на составляющие, да? Так, ну тут забомбили, переходим на вторую волну. Опять эти киборги.
которые, я не понимаю, почему у них такие костюмы, они под нас, что ли, косят? Под черепашек-ниндзя? Красные, синие, да? Фиолетовые. Так, ладно, это неважно, друзья мои, будем бомбить. Так, минус Рафаэль и вот этих. Обычно раньше они никогда не валили в первую очередь главных персонажей. Всегда вот этих вот второстепенных. А тут, смотри-ка, они забомбили вначале основных черепашек, а потом уже начали этих роботов бомбить. Так, ну что, Донателло, морозильная кошка, поехали. Слушай, а у нас морозильная кошка, да, она прокачана у нас. Ее надо только поднять в платине. Но, поверьте мне, до нее очередь не дойдет, наверное. Ну, дойдет когда-нибудь, но это уже будет в самом конце. Так же, как и до Бакстера Мухи и до этого, до Кирби. Ну, я не имею понятия, зачем они вообще нужны нам в прокачке, даже в платине. Что он может сделать нам хорошего в команде? Только хильнуть и все. По атаке слабак. То есть это просто он будет занимать ячейку. Тот же самый хиллер, да, если брать Леонардо, который и боец, и хиллер. Так он намного лучше, чем Муха, та же самая. Да даже Майки, пускай у него нет массовой атаки, да, он все равно хиляет намного лучше. И как боец он офигенный. Так, ну что, переходим с вами на четвертый эпизод. Тут у нас Микеланджело. Поехали. 45 уровень уже у противника. То есть я думаю, что скоро нам придется Ванюшу-то убирать. Он 60 уровня у нас. То есть, скорее всего, еще следующий эпизод мы с вами проходим, да? А там уже все, придется его убирать. И не только, наверное, Ваньку. Нам придется, наверное... Хотя нет. Только Ваньку уберем. Остальные все 70-го. То есть потом уберем, наверное, Криса. Потом Бакстера. И что у меня останется? Останется только Зек и Рокзар. Да это бред полный. Я двумя героями здесь не пройду. Как бы я не хотел, у меня не получится. Тогда придется оставлять Бакстера. Бакстера Стокмана. Ну, вот эту четверку придется оставлять, кроме Ваньки Стиранка. Не знаю, как мы с вами там будем играть, рулить. Ну, попытаемся. Сейчас у нас с вами задача... Вот, вот, мы уже дошли до той основы, которая мне нужна. Вот у нас Кунаичи, она мне, конечно же, нужна. Потому что я тоже хочу ее прокачивать. Мне кажется, Кунаичи даже будет намного лучше, чем та же самая обычная Эйприл. Хоть она и хиллер, у Кунаичи атаки мощные. Особенно если прокачать ее самую последнюю атаку, где она молниями бомбит. Вообще будет имба, конечно же. Так, ну-ка. Ай-яй-яй. А кто постепенно урон повесил? Я что-то заговорился, прозевак в этот момент. Так, что там орешь, горлопан? Угу. Ушатали, молодцы. Так, тут у нас 4 волны. Мы с вами уже на третью перешли. Тиш! Ух ты, выжил. Обычно они ватники у нас. Так, защиту понизили, добили. Так, Донателло. Что он сейчас сделает, что-нибудь успеет? Успел. По Ванюше, да, ударить. Так, у нас заключительная с вами волна. Вон у нас Кунаичи, здесь же Сплинтер. И здесь же у нас Лео. Так, минус Кунаичи. Пиу, Ваня, Ваня, зачем ты так сделал? Мог бы и пулеметную дробь, она у тебя более раскачанная, чем вот эта вот базука. Так, смотри, смотри, он решил захиляться. Ладно, это его право. Пиу. Просто вот иногда Зэк может вот этот вот выстрел, да? Из пальца, я так понимаю, он стреляет из пальца каким-то лазером. Вот эта атака, конечно, вообще имбовая у него. О, Алапекс. Так, какие уровни здесь? 65-е. Придется, наверное, Ванюшу все-таки убрать, друзья. Я хотел вначале, думал, ну, может быть, оставить, но передумал. Потому что они будут именно в него бомбить. Тут же у нас кто остается? Вот сейчас они будут все на Рокзара нарываться. Это я тебе точно говорю. Сейчас они будут его бомбить. Так, контратака у этих чувачков. Ладно. Это им не поможет. Да что ты... Две атаки он сделал. А, ну одну по контратаке, да? А потом еще основную сделал. Все, врубился. Так, здесь волна. Вау. Быстренько. Так, давай, Бакстер, вот... выпускай своих маузеров. Нет, он все-таки не успеет. Ну, только если ты будешь выпускать маузеров, давай только никогда их тут двое...
Только хотел сказать, только никогда их там двое остается, а вот, например, лучше уже на следующую волну. Нет, он взял их и выпустил. Ну, дурик, что сделаешь? Так, защита от Криса. Воу-воу-воу. Кстати, он вовремя сделал, а Талапекс — это очень хорошо. Так. Ну все, я думаю, пора им отдупляться здесь потихоньку. Так, Алапекс крепкая. Удар от Зека выстояла. Так, Рафаэль что, провокацию взял? Ух, красавчик-то наш. На. Не тут-то было, парень. Так. Меткость понизили, естественно, он будет мазать. Так. Ну. Да елки-ты палки, ушатайте. Все-таки у Криса Брэдфорда вот единственный это имбовый удар, это проникающий, когда он с вертушки ногой бьет. Вот это вот удар рукой, ну вообще ни о чем. Так, лисичка нам достается. Ух, ну что же, шинигамочка, давай попробуем заполучить тебя. Шансы, конечно, тут вообще ну, практически нулевые. Потому что, смотрите, у меня 4 персонажа, да, 71 уровень, 72, ну эти еще ладно. А тут-то, смотри, какие, 75, ух. Будет жестко, поэтому я буду играть сам. Чтобы потом не винить этот автобой, да? Начнем. Так, не будем массовые атаки пока с вами тратить. Как обычно, они пригодятся для самой имбы. Опять же повторюсь, друзья мои, в этой команде нету хила. Нету хила, а это означает, что... Да елки-палки, ничего себе. О, молодец. Смотри, у них всех, у всех контратака висит. Надо их как-то быстренько тут. Ой, зачем я это сделал? У них же всех контратака. Ладно. Давай попробуем уничтожить. Так, получилось. И добивочный. Да елки ты палки, ну. Так, отдуплился, да, от постепенного урона. Так, поставим дополнительную защиту. Вряд ли мы с вами тут пройдем. Так, выпускаем маузеров, чтобы как можно быстрее с ним тут справиться. Ага, хорошо. Сделаем так. И вот так. Двигаемся дальше. Третья волна из 5. Твою ж налево. А если я так сделаю? Ага. Так, бросим бомбочку тогда давай. Бомбочку бросили. И начинаем потихоньку их разбирать. Давай, наверное, вот этого в минус. Дальше. Дальше кто у нас тут пойдет? Вот этот вот, да? Его тоже убрать с поля боя. Следующий у нас пойдет. Ну, давай вот этого уберем. Отлично. Так. Ну, добей хотя бы на этот раз. Получилось. И вот этого ханурика тоже убрали. Ну что, четвертая волна. Кто у нас там? Морозильная кошка. Майки. Вот этого Майки нужно уничтожать как можно быстрее. Чтобы он тут не врубил свой танец. А он, по-моему, ребята, врубит. Потому что мы даже попасть по нему не можем. Так, проникающий давай. Да ну! Да ну, бред полный, друзья мои. Ну... Так, ну, хотя бы на этом спасибо. Хотя бы на этом спасибо, что в плане хилка сейчас. Ой, да, и у Лео, кстати, тоже хил есть. Об этом не стоит забывать. Ну и что? Ну и что я тут сделаю? Стрелозад еще взял провокацию на себе. Ладно, его ушатали. Я даже не знаю, что делать. Ну, давай попробуем вот так вот сделать. Бесполезняк какой-то, бомбочку. Сработает, надеюсь? Угу. Почти. Ну, понятно, короче. У них тут Майки хиллер, морозильная кошка хиллер, да, и плюс еще ко всему Лео хиллер. Ну, тут я их не просто не смогу, они просто сейчас отхилили. Он еще ускорение сейчас. Нет, морозильный комочек. Что я тут сделаю? У них сейчас пока одного будешь бомбить, у второго уже этот хилка восстановится. Он будет себя хилять. Постепенный урон не сработал. Ну вот я о чем тебе и говорил, смотри. Вот они сейчас так и будут по кругу. Опять потом морозильная кошка будет хиляться, потом опять Майки, и потом опять Лео. То есть я их добить не смогу. Ладно, получилось каким-то чудом. Вот он делает уклонение, теперь вообще фиг попадешь по ним. Ой, ладно, давай. Бред, а. Ну, вот маузеры сейчас промахнутся, смотри. Трындец, это просто трындец, друзья мои. Ой, так, бедный еще Рокзарчик сейчас упадет у меня. Не хотелось бы, конечно, его терять. Ну, друзья, видите, я вообще не могу попасть. Просто. О, Бакстер Стокман пробил все-таки, да? Что он там? Массовая атака в кого? Ну,
Конечно же, в Рокзар. В кого еще? У него еще была двойная атака, но сейчас... Все, мы потеряли с вами Рокзара. Так, ну давай попробуем. Попади еще, как говорится, по этому майке. Сейчас мы потеряем, по-моему, с вами Криса. Ой, вообще жесть. Просто жесть какая-то происходит. Попадает, несмотря на то, что у него меткость пониженная, да, он бомбит мне. Даже если, друзья, мы с вами здесь... Ой, даже если мы с вами его пройдем, этого майки, поверьте мне, на следующей битве нас просто ушатают. Моментально причем. Там достаточно им будет сделать. Ой, тем более тут еще Кунаичи. Ну что тут сделаешь? Ну что это? Ну замедлил я их, ну да, предположим. Дальше что? Что мне дальше сделать? Бесполезно что-то вообще делать. Давай попробуем так вот. Не смогли. Так, волна, хорошо, попробуем, друзья мои. Вау, тихо. Ну-ка, отлично. Изи. Друзья мои, да, фиг с ним. Чудом каким-то мне повезло. Последнюю почему-то команду мы с вами разобрали быстрее, чем предпоследнюю. Тем не менее, мы с вами прошли, я получил ДНК на Шинигами. Ну и, как вы понимаете, восьмой эпизод вообще суваться не стоит, вообще. Потому что здесь 85 уровни. Я их не смогу пройти в любом случае, как бы я ни крутил. У нас с вами остается всего лишь один, кстати, у нас, Шинигами-то у нас, Шинигами. Усаги у нас с вами собрат полностью, поэтому, как бы, от этого испытания у меня, нет особой радости. Если бы вот у меня не было бы Усаги, конечно, я бы тут прыгал до потолка. Для меня бы лучше бы кого-нибудь там, знаете, Крэнга бы поставили сюда, или Супер Шреддера. Вот это было бы имба. Но все равно, никуда не денемся, я буду проходить, может быть, записывать не буду это прохождение, потому что вам, наверное, не интересно. Вот, а вот сцены насилия мы с вами уже будем проходить в следующей серии, друзья. Вроде бы как все, да, мы с вами что могли, то получили. Так, у нас 13 тысяч сюриков, давай посмотрим, что мы можем с вами приобрести. Абсолютно ничего нам не нужно здесь. По монеткам всего лишь 49, шинигами выкуплено. Так, по жетонам 140 жетонов у нас. И на кого мы с вами будем копить? Ну, тут очевидно, да, друзья? Либо на Лео, либо на Майке. Двух вот этих персонажей у нас нету. Это, кстати, два последних, которые нам нужны для полной коллекции. Кто-то спрашивал: Рэй, какие у тебя герои открыты, каких нет? Друзья мои, вот смотрите, у меня все герои открыты, кроме Леонардо Видения и Микеланджело Видения. Остальные у меня все есть. Ну что же, я думаю, что на этой ноте, пожалуй, мы с вами и будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!